Традиционная научно-практическая конференция на тему «Исследовательская деятельность. Важный фактор компетентного специалиста» собрала более сотни участников. Среди них были школьники, студенты техникумов и вузов, а также аспиранты университета пожилого человека София. Года 3-4, даже 5, может быть, назад, но совершенно никакого интереса не было заинтересованности у молодежи. Сейчас я вот замечаю, больше стали ходить вот даже вот на прослушивание таких лекций. С каждым годом количество участников растет, а тема становится серьезнее. Например, студентка техникума ДИТИ Алена Овчинникова в своем докладе рассказала о духовных традициях нашего города. Работа показалась мне очень интересной, познакомилась с многими интересными людьми, многое, конечно, тоже для себя узнала. Сама конференция является результатом долгих и усердных исследований различных тем, по итогам которой ежегодно выпускается сборник исследовательских работ. Наша конференция, она позволяет авторам, участникам проявить эту позицию, найти свой путь, свою дорогу в будущем профессиональном становлении. И мне хотелось бы еще раз поблагодарить всех участников нынешних и будущих участников конференции и пригласить всех учиться к нам в наш техникум. Евгения Креминская, Виталий Немов, новости Димитровграда.